Сегодня расширенная коллегия Следственного управления Следственного комитета России Почувашии рассмотрела итоги работы в первом полугодии 2015 года. В работе коллегии принял участие временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев. 11 сообщений в месяц приходится на каждого следователя Следственного управления СКР Почувашии. По 2-3 уголовных дела направляется в суд. Показатель качества на треть меньше дел возвращается на доследствие. В текущем году следственные органы Следственного управления работали в условиях роста на 11% числа зарегистрированных преступлений. В то же время в результате комплексных профилактических мер количество особо тяжких преступлений уменьшилось почти на 15%, в том числе убийств на 2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, на 60%. При этом, благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в первом полугодии как прошлого, так и текущего года, раскрываемость убийств, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилованием составила 100%. Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных органов республики раскрываемость преступлений составила 100%. Причем как уголовных, так и коррупционных. Последних, кстати, стало больше на 54%. Это произошло еще и потому, что проверки проводятся тщательнее, а следствие ведется эффективнее. Компетенция Следственного комитета отнесена в расследование всех налоговых преступлений. Только за 6 месяцев текущего года, благодаря сотрудникам Следственного управления, бюджет республики было возвращено почти 271 миллион рублей с ростом к уровню прошлого года на 25%. Мы собрали доходную часть, но и по расходной части распределяем эти средства открыто, публично по всем нашим государственным программам. Чувашия стала пилотным регионом ПФО по отработке антикоррупционных мероприятий. Эти нарушения в основном у нас проявляются при предоставлении земельных участков, при осуществлении государственных и муниципальных закупок и при использовании бюджетного рубля. Хотя вроде бы система прозрачная, открытая, но отдельные должностные лица допускают соответствующие нарушения, и мы никого не скрываем, мы предоставляем оперативную информацию. Следователи играют важную роль в восстановлении социальной справедливости, отметил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Он рассказал о том, какая работа проводится в муниципалитетах для улучшения качества жизни. Строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы и устанавливаются спортивные площадки. В завершении заседания наградили отличившихся сотрудников и журналистов, которые освещали деятельность Следственного управления СКР по Чувашии. Среди награжденных шеф-редактор Национального телевидения республики Татьяна Молокова.